И снова здравствуйте. Цены на бензин выросли на Камчатке. Основной поставщик топлива в регионе ННК «Камчатнефтепродукт» поднял цены на топливо уже в четвертый раз с начала года. Так, литр бензина марки АИ-92 сейчас стоит 52 рубля 4 копейки. За литр АИ-95 придется заплатить 56 рублей 3 копейки, а за АИ-98 – 58 рублей 62 копейки. Литр дизельного топлива стоит 59 рублей 54 копейки. Напомним, последнее повышение цен на топливо на заправках ННК было чуть больше месяца назад, 20 мая.